Привет, Роман. Привет, привет. Как твои дела? Нормич, сижу в концепции в блендере. Это правильно. Это мы все любим. Делаем и практикуем. Я пока что закончил с частью в 3D. С тем, что в блендере у меня было. Я вот такую сцену настроил. Наверное, я сделал даже больше детализации, чем планировал в 3D. Теперь отрендерил и, наверное, буду приступать к оверпейнту. Сейчас только надо собраться, подумать, с чего начать и сделать. Ага, поглядел предыдущие стримы. Да я и сам этим грешу, слишком много всего делаю, а потом на арте не видно. Да, это прям извечная проблема. Ты такой начинаешь делать, и потом такой думаешь, ну вот здесь вот еще детализация накручу, ну и здесь тоже чуть-чуть, ну и чуть-чуть здесь. А в итоге потом мало того, что ты как бы какой-то конкретный ракурс выбираешь, и то, что ты делал за пределами видимости камеры, его это не видно. Так еще и потом, как обычно, добавляешь там всяких теней, блюра по краям и прочей фигни, и потом ты такой думаешь, блин, ну это вообще не видно ничего из того, что ты делал. А оно как-то даже немножко обидно, что ли. Вот. Но я в последнее время стараюсь себя чуть больше заставлять концентрированно делать, ну то есть конкретно то, что попадает в сцену, я больше на этом концентрирую внимание. Не всегда получается, но я стараюсь. Да, но я думаю, только с опытом можно от этого избавиться, но и предварительный план, что точно у тебя будет на арте. Да. Но у меня еще бывает такое, когда я конкретно свои какие-то проекты делаю. У меня бывает, что я хочу там передать какую-нибудь сцену, ну там конкретное настроение, есть вроде как примерная идея, но я до конца не уверен, будет ли там тот ракурс хорошим. И вот тогда начинаются проблемы. Тогда я начинаю делать все подряд в надежде, что потом я просто выберу нужные мне ракурсы камеры. Но вообще, да, наверное, с опытом это приходит, и ты уже, ой, меньше распыляешься. А ты там что концептишь в блендере? Свое что-то или на заказ?
Окей, рассказывай потом.
Это у тебя серия будет на одной локе, ты на одной локации? Да. По крайней мере, вот эти вот пару кадров. Но у меня изначально вообще я нарендерил целую кучу их. Так, сейчас где это было? Вот он примерно у меня был базовый самый рендер предыдущего концепта. И я потом еще выбирал разные ракурсы камеры. Но они, понятное дело, это просто сырые рендеры. Не то чтобы просто продумывал их сильно, я выбирал композиции, которые мне нравятся. Вот. И вообще начал я этот проект делать больше года назад. Только к Новому году я наконец-то до ума довел до того состояния, которое бы мне, в принципе, бы нравилось. Самый первый кадр вот этот вот, который я выложил на ArtStation. Вот. И теперь как-то возникло вдохновение. Думаю, надо продолжить немножко сделать. По крайней мере, второй кадр. Не знаю, доберусь ли я до большего чего-то. Там, буду ли делать еще. Вот, но пока как-то так. Год еще и терпения хватило. Ну да, я просто в какой-то момент, я же говорю, я изначально довольно быстро эту сцену собрал в блендере, по крайней мере. И довольно быстро сделал какую-то, ну, такую первую картинку. Я, по-моему, даже в Инстаграм выкладывал. Но мне не полностью нравилось, я думал, что надо доделать перед тем, как куда-нибудь на ArtStation выложить. Казалось, что недостаточно хорошо. Вот, и поэтому я с этим очень сильно затянул. В конце концов, потом собрался и доделал. Мне часто, на самом деле, бывает такое, что я очень долго с какой-то идеей сижу и там по чуть-чуть ее делаю. Конечно, есть вот эта проблема, что в какой-то момент тебе самому надоедает, ты уже теряешь понимание, что хорошо, что плохо, тебе кажется, что оно все как-то, все уже не то, уже максимальная идея померкла. Если она изначально казалась прям классной, то потом ты такой уже, блин, а тут вообще плохо все. Так вот.
Этот. Зато у тебя 15 минут. Дай бог каждому. Ютубовский плеер говно, конечно. Он, я не знаю, походу, потому что у меня вкладка свернута, он почти все треки перед тем, как переключать, он их это долго думает. А ты на SoundCloud поищи какой-нибудь плейлист со свободной лицензией. Вовремя ты с предложением с этим. Ну, как бы. Скорость, нет, ни на сантиметр не обвалилась. Завтра реально будет случай с уборщицей. Они придут, я такой, вот. О, у вас там двое, Роман пишет. Да, да. Угу, мужик. Ну, конечно, теперь Каджиту что-то надо, мне сейчас подарит. Роман, так ты не дорассказал, что ты концептишь. Так, ну что тут у тебя? Контент наваливается. Контент креатится. Креатится контент. Да я сначала что-то, знаешь, открыл когда картинку в фотошопе. Такой, блин, с чего начать вообще? За что взяться? А потом как начал? Так. Как понеслась? Мало места на диске, надо, наверное, сохранить. Так, ребята, скидываемся все на донатим на жесткий диск. Донатим на жесткий диск, да. Прямо сейчас. Прямо сейчас срочно, иначе до конца стрима стрим не сохранится. Делаю транспорт, планирую в будущем использовать его для серии артов. Как-то так. Это тоже хорошо. Хорошо, когда у тебя есть свои собственные ассеты, которые ты можешь потом заюзать. Мне, кстати, на работе потихоньку скапливается целая библиотека всяких мелких 3D-моделей, которые я там время от времени доделываю, и там, я их потом использую много раз. Gumroad пак. Очень удобно. Но они такие, знаешь, там, как бы для Gumroad они слишком не очень, я имею в виду по качеству. То есть я-то не сильно заморачиваюсь, когда я что-то делаю. Мне нужно просто на фоне какое-нибудь кресло там замоделить, я не знаю. Но, по крайней мере, жизнь мне конкретно упрощают очень быстро, очень сильно. Там, кстати, в 92-м блендере добавят этот Asset Library. Да? Ты прям можешь их докидать, у тебя меню вылезает, и такой... Офигенно, херачишь. Слушай. Blender лучшая программа. Официально. Привет, мир. I'm fine, thanks. How are you, man? Glad to see you here.
Ага, тоже так собираю. Вот жду 2.92 с asset management. С asset менеджером. Господи, что я заговариваюсь. Аккуратнее с такими словами. Выше. Покрас рендер у тебя спрашивают. И по поводу рестрима. Нет, на рестрим. Это не рестрим, это суровая реальность. По поводу мало. Отвечаю обычно просто ноль. Да. Не, ну да, просто нужно смотреть правде в глаза, что рисовательные стримы, они не самые популярные, скажем так. Это вы самые, так сказать, лучшие люди интернета собрались здесь, потому что вам это интересно. А так люди, как правило, не сильно горят желанием смотреть что-то такое рисовательное. Ну и я не знаю, почему я не анон-шу эти стримы. Даже или сю. Или не анон-сю, да. Вот. Хотя, может, стоит. Но это удивительно, я третью неделю подряд стабильно стримлю. Это что-то прям... нереальные. Все благодаря вашей поддержке. Привет, ребята, отличного стрима. Свет на воде прям очень красиво вышел. Спасибо, Даниил. Даниил. All good, chilling after work, watching some YouTube. Is this the continuation of last week's stream? You got them right, Emir. Yeah, I finished some stuff in 3D. I added more details. And now I rendered the image. And it was super long render. And now I'm overpainting it, and I hope I will not be going back to 3D, because I've already spent too much time on this work. Карантин. Организм требует общества. Ну вот да, да. Не, мне сама идея стримов нравится, конечно. Да, независимо от того, когда ты стримишь сам или ты... приходишь на стрим, есть в этом какая-то теплая атмосфера. И это какой-то тоже, мне кажется, обмен мотивации, что ли, работать. Это часто записи какие-нибудь стримов там включаю себе на фоне и слушаю. Очень сильно помогает в какое-то медитативное состояние войти и продолжать работать. Так, а я мистеру Твистеру, по-моему, не ответил, да? А что это, покрас рендера? Да, я начал делать... У меня есть один концепт из этой же серии работ, готовый на ArtStation. Там мужик в лодке плывет к этому храму. Вот. И я делаю, так сказать, продолжение. Другой ракурс. Типа другой немножко сюжет. Я сделал больше деталей с другой стороны и отрендерил это. Теперь вот overpaint небольшое дело. Ты мужика отрендерил, что ли, отдельно? Не. А чё, похож как будто бы отрендеренный? Нет, что-то на нём меньше шума стало. Потому что вот... А.
Я немножко за оверпейнтил. Покрасил. Да я, блин, мне кажется, если я сейчас включу рендер, даже отдельно того кусочка, стрим все навернется. Надо было стримить, как ты рендеришь. Люди смотрят стримы, как мужик спит и донатит ему. А, ну отдельно, да, вы с вебки? Казалось бы. Да-да-да, смотришь его там просто. Я вот только вчера видел, что какой-то мужик стримил, как он спит, и пока он пытался заснуть, ему на донате 16 тысяч долларов. Серьезно? Да. Мне кажется, нужно как-то особенно спать. Ну там типа донаты, это скримеры какие-то были. В общем, они его будили. Да, господи, мы же здесь не ради донатов. Почему? Сказал Валюша Попович. Нет, а к тому, что любой контент, он как бы приемлем. И то, как ты смотришь, как рендерится картинка, это тоже считается. Вполне себе, хорошо. Все, я уже там кекаю в картиночек с котами. Я готов. А ты с телефона, да, читаешь чат? Да, да. Ладно, потом тогда скину. О, ютубовская музыка очнулась. У меня этот в просеке выключен звук. Да ладно, уж тогда не включаю, зачем? Так.
В каком софте модель код? Нет, это все в блендере замоделено. Да, я думаю, все. Ну, кроме вот этой тумбы справа, я готовую взял модель, нашел в интернете. Вот, остальное все в блендере. Так, будут ли более близкие ракурсы в продолжении данной работы, чтобы увидеть, что там открыл? Да, я планировал. Ну, вообще, я думал, тут целую прям серию нафигачить, там штук 10, наверное, ракурсов. Но это я, конечно, переборщил с амбициями, потому что, блин, я не знаю, сколько времени нужно потратить на то, чтобы все ракурсы сделать и нормально их проработать, чтобы они нормально все смотрелись. Вот. Но вообще есть, конечно, идея как бы минимизировать количество кадров в этой истории, но сделать основные какие-то ключевые кадры, чтобы она все равно была полная. Вот, да, и в том числе крупные планы. Было бы неплохо добавить. Круто, но 3-4 сцены, я думаю, можно осилить. 10 уж очень круто и долго. Да, тут просто приходится постоянно балансировать между тем, чтобы сделать детализированное, либо как-то на скорую руку. Просто если затеваешься делать много сцен, приходится их делать такими, немножко тяп-ляп. И так или иначе, какие-то из них больше нравятся, какие-то меньше. Потом думаешь, блин, выкладывать, не выкладывать это все. А когда уходишь в детализацию, лень становится делать остальные. Ну, то есть там, темп работы снижается и надоедает. Я прям вот очень часто за собой замечаю, что если я начинаю над какой-то работой много времени проводить, мне в какой-то момент так надоедает. Я просто так начинаю ненавидеть то, что я делаю. Когда глаз замыливается, в смысле. Но это надеюсь, по крайней мере, доделать. Надо, как Джама завещал, все в туман, свет и дум уводить. Да, он в этом прям хорош, потому что он очень быстро оверпейнтит 3D-шные работы свои, 3D-шную основу. И я, в принципе, когда у него брал вот этот менторский его курс, как он называется, Concept Art for Films, блин, не помню как. Вот. Это прям было одним из главных открытий, наверное, на этом курсе, что типа вся, как бы сказать, все секреты, которые ты можешь узнать на этом курсе, сводятся к тому, что, блин, нужно хорошо уметь рисовать, нужно все это знать композицию, там, знать то, что нужно закрасить и прочее. Ну, все всегда упирается в самые базовые скиллы. И в первую очередь в само рисование. Потому что
Джама, когда он рисует его верпейнтит, он, в принципе, практически всегда знает просто, где что добавить, и чтобы это сразу смотрелось хорошо. И чтобы также научиться, нужно просто опыта набираться. Очень много опыта. Ну ничего, я думаю. Мало-помалу можно всему научиться. А верхнее окно. Думаешь, нужно? Ну, туда же вроде должен, по идее, свет попадать. По идее, должен. А может и нет. Я что, физик, что ли? Надо знать, куда там свет должен попадать. Блин, ну ютубовская музыка — это, конечно, предательство. Пока на не откроешь. На SoundCloud, я говорю. SoundCloud. На SoundCloud. А у тебя есть какие-нибудь там закладки? Нет. А там аккаунт нужен? Я не пользуюсь. Нет, не нужен. Ну интересно. Ну я знаю, что там есть. Да точно, на SoundCloud. Ладно, ща поищу. License free music. Спасибо. Ну, все к этому шло, как бы. О, ну я даже не знаю, ну что это за SoundCloud? Какая-то слишком торжественная, какие-то Two Steps from Hell там пошли. Unlimited music license, royalty free. Это то, что нужно? Так, а как мне тебе его скинуть? А, ну, собственно. Действительно. Телефон-то у тебя для комментариев. А давай, наверное, в Discord, если там, подожди. Давай. Лучше, сейчас, там ничего такого. И в Телеграм отправил. Да я и туда, и туда. Это твой комментарий-то в Дискорде последний хороший. А то можно открыть? Так, ладно. Я слышу музыку. Так, ну погнали. Ой, подождите, извините. Это так громко. Как-то я не подготовился. Нам главное, чтобы просто что-то на фоне играло. И чтобы нас не забанили, как в прошлый раз. Дрифт под фон спалили. Это было не просто так. В прошлый раз, короче, стрим шел. Сидели, никого не трогали. И в самом же конце. Фигак. Типа,
черный экран, да, и что там было написано? Недоступен или заблокирован? Stream suspended, там просто страшные слова. Полуанимешная музыка. Так, а я, по-моему, зачитал это, да? 10 тысяч часов, чтобы научиться, и 20, чтобы закрепить. Этого нет. Освоить все. Да, к сожалению, так и есть. К сожалению, опыт никаким другим образом не заработаешь, кроме как наработав его, пройдя все эти часы долго. Как сказал. Ага. Можно в цитаты и ВКонтакте. Пацанские паблики. А у тебя в Дискорде режим стримлера не включен, да? Включен. А, странно. Я думал, там все типа замыливается. И чтоб я даже не видел, да, сам? Да. Настолько секретно, что... Так. This looks sick. Thank you, Malty. А ты слышал этот трек, прежде чем кинуть? Нет. Ну, я увидел Royalty Free там пролила. А, ну это было достаточно, да? Не, ну я первый плейлист включил и сказал, там какой-то Two Steps From Hell пошел. Слишком эпично все. Я во второй включил. Копирайт Джейсон Стэтхэм. Еще поискать, что ли? Да. Я немножко... Бывает. Выдают цитаты, как Джейсон Стэтхэм. Что-то хотел вспомнить, что там Джейсон Стэтхэм говорил, но потом думаю, лучше не буду. За такое банят, за то, что он говорил. Как там? Я встаю на колено только в трех случаях. А я про баню что-то подумал. Ну и баня тоже там. Да у него много потрясающих цитат. Хороший человек. Слушай, а на YouTube же на самом есть типа Music Stream, там радио, тролливали, оно же не банится. Значит ли это, что его можно включить? Я не уверен. Не, ну может, конечно, можно загуглить конкретно Royalty Free Music, что-то такое.
Не, ну просто странно, на самом деле. YouTube вообще не пофиг, я же не зарабатываю на этой музыке. Эти Бузовы за рекламу еще доплатят. Ну, не знаю. Мне кажется, Бузовы как раз таки... Слишком хорошо. Эти всякие продюсеры, они настолько беспощадны, что они... в любого там будут стрелять, если кто-то будет ее использовать. Твои слова, водится. Так не так годится. Не годится. Ой. Есть в самом Ютубе музон бесплатный, в настройках можно поискать, но не уверен, что он будет так заходить. Так в том-то и дело, что вот он, этот музон. Сейчас, где это? Вот. Я его и включаю. И он, в принципе, неплохой. Ну, просто как бы человая музыка на фоне. Но из-за того, что у меня браузер свернут, я не знаю, я на другой вкладке, он каждый раз затупливает, когда я... Когда треки переключаются, он прям очень долгие паузы почему-то делает, я фиг знает почему. Вот. Ну, сейчас попробуем еще раз, может сейчас. Да ёб твою мать. Точно, ребята, скидываемся на жесткий диск. Погибает. Погибает, да. Некуда сохранять вообще работу. Она сохранится на стриме, ты на полный экран просто открой. Mm-hmm. Потом скриншот сделаешь. Классно, да. А, ну и, наверное, блендеровский файл закрою. Вот, кстати, для тех, кто не видел, так вот сцена выглядит в блендере. Ладно, я что-то перехвалил ютубовскую музыку. Дерьмо. Она сохранится в наших сердцах. Ну, мне от того не легче. Нет, пока уверенно идем, слушай, я даже, мне кажется, я такими темпами могу закончить чуть ли не сегодня. Я
Еще какой-то нашел плейлист, там музыка как из магазина одежды играет. SoundCloud? Да. Ну, Китай, попробуем, заценим. Превьюха интересно. Ты кинул, да? Угу. Просто Миша поищи, не приходит. Я, кстати, как-то не, даже не заметил, как меня отпустило. Да. Ну, в смысле, голова не гудит. Все, я защищен теперь на 100%. Скачалась прошивка. Наверное. Билла Гейтса. Не такое уж и страшное чипирование, да? Да. Там буду как похитители, как фильм похитители тела. Какое сложное слово. Просто показывать пальцем и кричать. Это же в этом фильме такое было. Или в Крикунах. В Крикунах тоже что-то такое было. Судя по названию, да. Ну, точно в каком-то другом было. Там прям показывали пальцем такие. Еще же в этом было в Рике и Морти, по-моему, да, пародия на эту сцену. Там какие-то глисты на людей нападали во сне. Какой ужас. Да. Постоянного рисования для игры и так далее не возникает ли игрового отторжения? А то там у некоторых есть такие проблемы. Просто от некоторых ребят, художников, слышал, что из-за творчества есть выгорание, нет желания играть или кино смотреть.
От этого, ну, это накладывает определенный отпечаток, как он правильно называется, профессиональная деформация. А ты больше гораздо обращаешь внимание там на всякие текстуры и прочую фигню, на ассеты. Особенно мы вот до этого очень часто в Rainbow Six Siege поигрывали. Или поигрываем. Не знаю. Поигрывали. Или поигрываем. Вот. И там очень часто, да, я ловил себя на мысли о том, что я прям сижу и рассматриваю, как там сделаны мелкие детали в сценах. Вот. Но от этого, по-моему, нету. Мне, по крайней мере, не чувствуется, что надоедает. Вот. Но иногда, конечно, бывает такое, что вроде как хочется абстрагироваться, а даже непроизвольно начинаешь на это обращать внимание. На то, как сделано, хорошо, плохо. Ну, просто, допустим, самый очевидный пример — это вот последние трейлеры Конга против Годзиллы. Я прям поймал себя на мысли, что я когда смотрел, я такой думаю, блин, как же мне не нравятся эти кадры, которые были в трейлере. Ну, именно сами композиции, как они сняты, часть из них. Вот, потому что оно настолько смотрится как-то так фальшиво. Ну, видимо, у них и не было цели сделать это прям супер фотореалистично, но было ощущение такое, что, черт, как-то это неправильно. Ну и плюс ко всему, мне чем нравится, допустим, моя работа конкретно в нашей студии, специфика такая, что мы над разными проектами работаем в течение года, и они довольно часто меняются. То есть у нас нет такого, что мы над одним проектом сидим по году или по два. То есть нету такой проблемы. Я общался с парнем, который над киберпанком работал. Для киберпанка рисовал концепт. И вот он, конечно, жаловался, что говорит, это все, конечно, очень классно, там супер весело и здорово, но когда ты над одной игрой тратишь столько времени, вот тогда, конечно, супер надоедает это все. И я бы так, если честно, не хотел, поэтому я, когда прикидываю какие-то свои будущие места работы, я не очень хотел бы в игровой студии оказаться, потому что это, ну, это всегда вот реально ты над одним проектом работаешь очень много времени. И я по себе знаю, что мне бы это очень сильно надоело, и у меня очень сильно и продуктивность бы страдала, и, в общем, мотивация работать. Поэтому мне милее работать вот так вот над какими-то разными проектами. Ну вот у нас просто в студии за прошлый год выходили трейлеры Assassin's Creed, Valhalla, Call of Duty, еще там какие-то, не помню, были. Но это все прям супер разные проекты. И ты постоянно прыгаешь от сеттинга какого-нибудь реалистичного к более фэнтезийному, потом к историческому. Да, это круто, когда есть разнообразие, можно отвлекаться и не замылить глаза. Именно. Потому что в том-то и проблема, что как бы тебе не нравился какой-то проект в самом начале пути, у меня вот, допустим, есть всякие идеи, я такой думаю, блин, ну классно было там в какой-нибудь Rockstar работать, а потом я такой думаю, ну, это было бы классно, конечно, но опять же, наверное, до определенных пор, пока это все окончательно не надоест. Ну, хотя, наверное, все-таки GTA с таким сеттингом, что там целый мир, и ты постоянно тоже что-нибудь новое делаешь, не знаю. У меня вот пока был только такой опыт работы, и я им доволен. Может, если я окажусь и в игровой студии, я скажу. Я изменю свое мнение, скажу, да?
И так неплохо. Ну, пока вот какое-то такое мироощущение. А что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях. Как там обычно. Батят на все это. Без смс регистрации. Ну да, да. А вообще забавно, короче, я помню, смотрел, это было больше 10 лет назад, по-моему, 2009 год, с дисков игромании, всякие репортажи из Лос-Анджелеса, они ездили там, по-моему, то ли на E3, и параллельно заезжали в офис Electronic Arts. Там ходили по разным кампусам этого офиса, там же прям целый какой-то этот квартал огороженный, и у них там разные корпуса разными играми занимались, и они такие, мол, кивают в ту сторону. Вот там вот Симсами занимаются, вот там вот, я не знаю, это делают. Dead Space. Вот. И я такой думаю, офигеть. И вот тогда у меня прям были мечты попасть в какую-нибудь такую студию. Ну и конкретно, допустим, в Electronic Arts. Тогда, когда они еще выпускали игры. В хорошем смысле слова. Сейчас в электролекарстве, наверное, как репликант тоже тест проходишь. Diversity, diversity. Как ты думал, что... Каково это, страдать от угнетения? Угнетение. Да, мать, хлеб, мать. А сейчас я... в одну сторону, тут мы закрыли эту контору, а там вот другую прикрыли. Ну да, у них теперь совсем другие приоритеты. Ну у них там стабильно футбольчик. Так что нормально. Ну им футбольчик столько, мне кажется, денег приносит, что им другого и не надо. Они просто смотрят на продажи такие, ёпт. У них же NBA хорошо, по-моему, продается. Вообще все вот эти спортивные симуляторы, они... Sims там еще, которые с дополнениями стоят там десятки тысяч, по-моему, рублей, да? А я, кстати, не знаю, Sims они... Ну, наверняка это хорошо продавались, но сейчас до сих пор продаются. Ну, тебе стрим по Sims сделать как-нибудь? Да, может, нет. Почему нет? Когда да. Но обиднее всего, наверное, за Dead Space электроников. Или за Mass Effect. Ну, Mass Effect это он вышел, они его доделали. Что там еще? Что там еще? NBA как раз у я не взлетел. Ну, они же там ремастер делают. Все серии Mass Effect. Да, они там вырезают мужика из Шепарда. И наворачивают. Ты сейчас отходишь по охуенно тонкому льду. Наворачивают Линсфлэр. Линсфлэр. Так я же в хорошем смысле слова. Ну да.
Я только за, в смысле, и неповадно. Сейчас вот я открыл список игр Electronic Arts, значит, за что обидно перечислить. Обидно за Mirror's Edge. Слезы роняем уже, ну да. Да. Согласен, за Mirror's Edge обидно. Dead Space, так, что тут еще? Plants vs. Zombies. Ну, пусть тоже будет обидно, до кучи для... Ну, они там вообще, как что-то их понесло потом. А, ну они же там сделали... Вторая вообще там, по-моему, тот, который на мобилку вышел, такая, дай денег. Просто сразу. Спор. Ну, тоже было неплохо. Спор был классный. А так, ну все остальное, не смотри, как-то не обидно. Ну, Titanfall 2 был хороший. Ну, Titanfall 2 вышел уже в эпоху, когда как-то меньше люди стали интересоваться сингловыми играми. Я прям услышал треск. Да, ну да, там все там уже. Ты понимаешь, что уже в Твиттере пишут, какой ты фашист. Или по Homescapes, у них тоже миллиардные обороты. Что это такое? Я тоже не знаю. Мобилки какие-то. Мы любим по льду ходить. Homescapes, походу, купила Земфиру, и она выпустила клип с главным персонажем игры. Я, кстати, загуглил Homescapes, там просто первая Земфира. Я думаю, что? Что это значит? Что-то я вообще как-то вне... Brutal Legend, вот это да, вот это хорошее. Это же игра про говнарей? Да, про говнарей. Bullet Storm. Да-да-да, нормально, да-да-да. Бурнаут Парадайз, понятно. Да, кого-то нет. Крайзисы вот тоже. Ну, Крайзисы, да. До сих пор. Обидно. Еще и ремастер, блин, выпустили. Такой. Гарри Поттер делал Electronic Arts, оказывается. Вау. Я помню, на первый PlayStation прям вообще кайфовал. Там же еще, по-моему, саундтрек к PlayStation-овским Поттером писал. Знаешь, кто писал? Знаешь, кто? Джереми Соул? Да! Хотя, может, я сейчас просто это выдумал. Надо загуглить. Как я с первой попытки угадал. Да, есть у меня там Гарри Поттер, Узник Азкабана. Да, вот для Философский камень 2001 года. Да, вот как бы вот там ходишь по этому Хогвартсу треугольному и кайфуешь. Вот он еще тогда мог. Ханс Зиммер. Нет, видимо.
Циммер для Гарри Поттера там. И уснул на органе такой в конце. Уснул на органе, да. Medal of Honor Electronic Arts. Было, помню, да, была такая франшиза. Это последняя про что-то Афганистан, да, там какая-то выходила. Афганистан! Это ж какая-то из дворовых, да, этих армейских песен. Ну что-то такое. Зачем парлишка ты забрал? Ну, нет, последний у них, ну, последний, да, у них какая-то современная война. Я PlayStation-овский помню. Класс. У них какая-то из Medal of Honor, тогда я помню, прям покадрово повторяла «Спасти рядового Райана» выставку в Нормандии. Это прям был какой-то... Light Assault? Или скорее Assault. Всего, да, я не помню уже. Need for Speed. Похер. Так, что тут? Класс, похер. Ну, я хоть не фанат МФС, но какие-то части играл, между прочим. Ну, так и я, ну и что? Так ты латентный, да, этот? Да, Need for Speeder. Все, стрим забанен, Киро. Охренеть, у Electronic Arts только игр. Просто этот список, по-моему, никогда не кончится. Я уже сколько мотаю. Это ты ему покрасил так рукав, или так получился эффект, что у него там просвечивает рубашка? Сейчас покажу, как в оригинале. Вот так вот.
Ой-ой. Что он там нашел по истории? А это видите в следующих сериях. Да, все вот так вот расскажешь и не придете. Ну, вот это вот. Я вот спойлеры не люблю и вам не советую. Там будет простой советский. На OnlyFans. Ты, кстати, будешь серебрить OnlyFans? Это что? Это не значит, что такое OnlyFans? Это сайт, где стримлерки укладывают свои нюцы на деньги. Ну или не нюцы, там как бы по желанию. Ну конечно, буду. Спрашиваешь. Я сейчас это возьму и пойду себе чай делать. Чай? Да. Отличная идея. Заодно посмотри, что там делает Каджит, потому что что-то он это... Притих? Да. Оно и к лучшему, как бы. Ну, ты его хочешь наоборот потревожить, да? Все, я отошел. Давай. Скуму курит. Ну да. Каджиты они такие. Так, я на секунду отошел, я тоже чайник поставлю.
Все, здесь.
What is the comment to flip everything to the other side? Well, I think by default you haven't hotkey for this command, so you have to go to the preferences, and I think it's here in keyboard shortcuts, and in the edit. Is it here? No, it's in image, I think. Yeah. It's here on flip canvas horizontal. I'm using Control plus W plus W, and it's extremely helpful, extremely fast, extremely useful, and yeah. Extremely useful. Так, а сегодня будет стрим Skyrim, кстати? Thank you. You're welcome, LT. А ты сегодня хочешь? Блядь, я забыл. Сука, я ж хотел троллов заказать сегодня. А не знаю, они, наверное, доставка у нас до скольки работает. Чёрт. Наверное, уже не работает. 359 такой, нормально. Обидно. Макс, nice. Thank you, Max. Ребят, а вы посещаете арт-фестивали по типу Promised, Lens и Trojan Horse? Единственная выставка, на которой я был, это CG Event пару лет назад. Это 2018 год. По-моему. Это же 2018 год? Сейчас я тебе скажу. Да-да-да, это, по-моему, 2018 год был. Да, это был 2018 год. И да, это единственный раз, когда я был. Наверное, за прошлый год я бы, конечно, куда-нибудь с удовольствием еще съездил. Но, сами понимаете, обстоятельства. А ты, Роман, где бывал? На каких выставках? Там у великого американского поэта вышел клип, походу. Радость. Ну там, короче, с первых секунд все как надо. Вот на Promised Lands пару раз был, и на Трояне вот спросил, это, может быть, пересекались. Не, там мы не могли пересекаться. А на CG Event ты ни разу не был? Ты ж где-то в Питере, да, по-моему, живешь? Там удобно очень такие посещать штуки тоже. В Киеве. Ага. Роман, ты что тут делаешь? Прям знаком... Да кому вопрос? Да нет, там написали. Ну вот я спрашиваю, кому написали.
Promised больше проходит, его Project организовали, а в Киеве был на CJ-венте. Место встречи. Мы тут, между прочим, важные вещи обсуждаем в выставке. Короче. Ну и что, как по ощущениям, какая из выставок лучше всего зашла? Медиум надо обсуждать, вот что топчик. Согласен. Мне больше этот понравился. Блин, как Gravity Sketch, да? Так называется. Да, вот Gravity Sketch мне больше зашел. А Oculus Medium ты пробовал? Да. С него начал. Хорошая работа получается. Спасибо тебе, CG художник. Больше всего понравился Promised Lands. Там вот реально очень круто. Ну, наверное. Да, блин, я наслышан на самом деле про все вот эти выставки, что там очень крутая атмосфера, и самое главное, что ты какими-то знакомствами обзаводишься. И, в принципе, у меня на CG-венте так и получилось. И на CG... Да. Да, CG-вент. А, и там еще прикольно было так, что мы после дня на CG-венте, как раз, по-моему, последняя лекция была у Джамы, или предпоследняя. Вот. Мы потом подошли к нему, почти все чуваки, которые у него были на курсе, на менторстве. Вот. После этого пошли там, еще прогулялись, в кафешке посидели, поболтали. Такая очень теплая атмосфера была. Я тебе рассказывал, как я бухал с Джамой, да? Ты за это? Каждый день эту историю рассказываю всем. Просто тиндердейт такой. Да. Я с этого начинаю все. Tinder date. Да, бухать после лекции самое полезное. Именно так, мне кажется, люди потом, да, поперезнакомливаются, и ты потом еще устраиваешься куда-нибудь на работу через знакомых. Очень удобно. Но я надеюсь, все-таки всякие пандемии скоро пройдут. Мы сможем вернуться к нормальному режиму посещения таких мероприятий. В диджик. Но в диджик я немного не так попал. Там все было через постель, конечно же. Конечно же. Так, у меня чайник закипел, и через 2 минуты подойду. Не разбегайтесь. Оставаться на местах.
Здесь вернулся. Да, что я по пути понял, что я хочу есть. Бутеров себе сделал. Так. А как же роллы? Ну, уже поздно. Я думаю, что что-то работает, ты ж в Венгрии. Там лютая долбина вот теперь пошла. Screen Space Reflection для Eevee. Нет, что за обнова? Это походу для бетки. Там, по-моему, Screen Space Global Illumination, если у тебя источник света в этом. В кадре, собственно, тут у тебя просчитывает Eevee GI. А там был, по-моему, до этого какой-то еще тоже плагин по Screen Space Reflection, если я не ошибаюсь, если ничего нет. А я не знаю, это вышло прям для Blender официально, потому что я тоже какой-то сегодня видос видел. Не, я давно еще. Не стал смотреть, это плагин или официально. Да-да-да. Но там сейчас лучше, на плагин вышел. Блин, прикольно, надо будет чекнуть. Да блин, Blender развивается быстрее, чем я успеваю вообще следить за этим всем. Ну там же проблема в том, что типа, если у тебя нет источника света в кадре, то ну, он да. не просчитывает. Он кропает, да, вот это все там сразу нужно. Да, видишь, да. Приходится, конечно, без реального просчета на какие-то ухищрения идти.
Мне кажется, с нынешней стоимостью на видеокарты даже таким вещам можно радоваться. Какие-то видосы с канала пропали. Понятно. Перестал делать. Как это перестал делать? Что-то прям сейчас сидит и делает. А я говорю, контента нет. А на ютубе так, ты типа не выложил, все, тебя и нет. Докажи потом, что ты не верблюд. Не, ну ты видишь, подожди, люди приходят, люди помнят, что... что мой канал существует вообще. Только стримы. Ну стримы это уже, извините меня, это уже много. Да не, на самом деле надо что-нибудь повыкладывать. Просто проблема в том, что... чтобы делать что-то серьезное, нужно прям очень много времени, нужно заморачиваться. И, как бы сказать, выхлоп с этого совсем маленький. Очень плохо смотрится видео, где ты там что-то пытаешься делать, что-то рассказывать. У меня до сих пор самое популярное видео на канале, где у меня просто камера летает по блендеру, по вьюпорту. Я его сделал буквально... за сколько? За полчаса, наверное, в общей сложности, вместе с тем, как я футажи закидывал в After Effects и заливал все на YouTube. И это видео там около сейчас 30, по-моему, тысяч просмотров. Рядом с ним параллельно лежит видео, где я ту же самую сцену, я показывал брейкдаун, то есть я там все, там, какие-то шаги показывал, сборку этой сцены. Ну, то есть я в разы больше времени потратил, там все... более сжато, скомпоновано. Ну, то есть ты можешь понять вообще, как была сделана эта работа. У этого ролика там раз в 10, по-моему, меньше просмотров. Вот. Поэтому, наверное, если я что-то и буду загружать на канал, то такое не сильно замороченное. Кручу кубик. Да, кручу кубик. И верил тайм демо. Ну, реально, а ты сейчас можешь вот хайпануть и вот этот SSGI выпустить. Real time SSGI, тра-ля-ля. Лайкусики не ставят. Вот и нет контента. С огнеметчиком, да-да-да-да, вот этот вот ролик. Там вот, если ты просто посмотришь на канале, там есть... Did you use any 3D code for this? No, it's all done in Blender. All from scratch, except this guy. И стол. Yep, and this table. The rest done absolutely in Blender. Wow, amazing. Thank you. Так это прочитал, как будто его передразнили. No, не, это... Ты меня подставляешь? Не, я наоборот, я ж excited. Я рад каждому положительному комментарию, человек простой. Что-то один трек лучше другого прям. Как это? Долбилово за долбиловым плейлист. И там кролики эти прыгают из заставки.
А ты знаешь, как называется новый трек великого американского поэта? Боюсь предположить. Заза. Почему? Вот он понял, как это все устроено. Нахуй надо напрягаться. Заза, бебе, фефе. Губа, лупа, пупа. Да, да. Пупа еще, я думаю, впереди. Будет за лупой. Хватит нам долбилова, пожалуйста. Пощадите. Это чтоб ты энергичнее возикал кисточкой. Да, блядь. Что, ну что-то там понесло вообще твой лист. Угу. CG-художник, так вы с Романом, получается, в одной студии работаете или что? Или откуда вы друг друга знаете? В комментариях познакомились. Только что причем? Да. Нет. Мы просто хорошо общаемся в Дискорде. Такое бывает. С такой случается. Так, нужно, походу, долбил его фри-плейлист искать. Когда-то на одних курсах познакомились у Колобаева Марка. И чё, как, кстати, у него курс? Полезно было? Интересно? Эксайтинг? Эксайтинг, да. Ну-ка вот это вот. Ну, походу, говно какое-то. А это точно фура теперь? А? Ну, написано... А что написано? Stream Safe Music. Ну, окей. Вот. Ну, не YouTube Stream Safe Music. Да, да, да. Па-па-па! О, мне, собственно, стрим рекомендуют. А сейчас только открыл и смотришь. Провокационный вопрос. Он очень тяжко объясняет. Чувак похож на того, который по блендеру. Ты не умрся. Ну, как сказать. Не, в смысле, я... Но тем не менее, можно чему-то научиться. Так, это все еще громко. По крайней мере, вроде долбилого нет. Не, в смысле, я его лично не знаю. Вот. Но чувак довольно давно уже художничает и курсы ведет свои. Вот. Ну просто я, что я имею в виду, я то, что видел на стримах, там на каких-то его... Это немного не моя подача, я сложно воспринимать такую информацию. При этом наверняка он действительно помогает и объясняет. Просто немного не мое. Он типа как этот, что ли, объясняет? Даниэль Бестед? Бестед? Ну, примерно. Не, ну просто если я сейчас попытаюсь как-нибудь
сказать, как он объясняет, это будет передразнивание. Я не хочу. Нет, ну, примерно да, так. И сам он через свои огромные буквы. Ну это да, вот, ну какое-то есть такое ощущение по в целом, по его образу, скажем так. Он меня выгнал из Discord канала за то, что я поддержал чела, который сказал, что курс не очень. Устроили там бомбу. Интересно. Не, просто как-то я видел то, что он там выкладывает какие-то положительные отзывы. Я думал, ну, люди, наверное, там слушают. Может, это я, так, мое восприятие неправильно. Инквизиция. Но там на него много кто хейтит из курса. Рома подтвердит. Наверное. Рома не спешит подтверждать, я смотрю. Ну, потому что то, что один раз появилось в интернете, навсегда в интернете. Потом это можно использовать как доказательство против. Ой, да господи, кто этот стрим увидит? Можете... Вау, вот как бы многие так думали. Можете говорить честно. А потом раз, и этот... Кевин Спейси, знаете ли, тоже там лет 20 назад такой, ой, да ладно тебе. Теперь ты на тонкий лед. Понятно. Так. Начали за здравие, закончили за упокой. Там опять долбало? Ну какое-то, да. Я ответственно заявляю, курс Марка Колобаева не очень. 6.5 из 10. Хотел тут рассказать про забавную ситуацию, которая у меня была с Карима. Но потом понял, что это нужно рассказать. На стриме по Скайриму. Как ты тонко намекаешь. Да-да-да. Блин, нормальные плейлисты есть вообще как бы? Есть, короче, сайт, он называется Радио... Опаньки. Чё тут у нас? Контент, смотри, там был. И там можно выбрать эпоху, там прям по годам, выбрать страну, и тебе сайт выдает, чё в эти годы играло в этой стране по радио. Ну я сомневаюсь, что сайт как бы будет выбирать, что из этого royalty free, что нет. Ты бабок задонатил, что музыка тут ролишь. Ну, кстати, хороший вопрос. А вот в описании там, проверьте. Ссылочки. А какие хорошие курсы вы проходили? Раз уж мы заговорили на эту тему. Thank you.
Джамовский курс. Это да. Тут не поспоришь. Your bells and sleigh bells and schnitzel with noodles. У меня тоже иногда возникает ощущение, что курсы джама это чуть ли не единственные вообще в интернете, не единственные обучающие материалы, по которым можно учиться и интересно, в принципе, когда рассказывают, объясняют. Просто реально это распространенная проблема, то что бывает так, что у чувака интересные работы, он прям очень хорошо, видно, что умеет делать, но когда он начинает курсы вести какие-нибудь, это, блядь, так то нудно, то еще что-нибудь. Ну, как этот Дэниел, вот этот вот байсет. Быстро так. То есть чувак, видно, что вообще знает, шарится в блендере, обладает информацией, но рассказывает. Охереть. Ёб твою мать, блядь. Так, ты можешь чекнуть так? Ну чё, чулачи? Саня, 50 рублей, на чё, чулачи? Гугл мужик сказал. От души. От души, Саня. Мне гораздо больше дают гамроуды на самом деле. Да, с гамроудами просто фишка как раз то, что ты можешь найти, что тебя конкретно интересует, какая-то узкая вещь. Да и тем более, по-моему, сейчас некоторые гамроуды, они выглядят как целые курсы. Теперь я полноправно могу распоряжаться музыкой. Да, да. Только если заказываешь что-нибудь, заказывай лучше что-нибудь, что royalty free. А то на YouTube... Я пересмотрел, как это было на стриме, это было очень громко. Не, ну гифка хорошая, там, согласитесь, на донате. Да, есть гамроуды, которые прям от и до инфу дают. Вот это именно так, да. Поэтому у меня у самого мысли, если я буду делать какой-нибудь платный обучающий материал, то я, скорее всего, сделаю гамроуд. И, скорее всего, это будет что-то вроде такого целого прям мини-курса. Ну, потому что что-то конкретно специфическое не сильно хотелось бы рассказывать. А так было бы прикольно... взять на какую-нибудь тему и рассказать информацию, подать. Только заработаешь меньше с гамроуда. Профит не, конечно, курсы именно пилить. Но это гемор. И время тратить нужно много. Да. А времени тратить много. Это проблема. Ну и плюс ко всему... То есть, чтобы такие штуки пилить, если ты даже там вроде как можешь рассказать это интересно, ты, допустим, знаешь, что ты можешь подать это все интересно. А если у тебя мало
подписчиков в Инстаграме, в там на ArtStation и прочем, вряд ли кто-то вообще придет эти курсы покупать, потому что... Так что подписывайтесь на Инстаграм. Да-да-да. На ArtStation тоже подписывайтесь. И на ArtStation. И на ArtStation. Да. А сколько у тебя подписчиков в Инстаграме сейчас? 365. Ну да, это надо, это конечно. Это да. Несерьезные цифры. А почему? Потому что последний контент был выложен 31 декабря. 31 декабря 2020 года. 2020 года, 31 декабря. Это когда было? Это сколько? Лет 10 назад. Слушайте, было, что-то да? У меня нет. Все вообще зашеймили тут. То, что на Ютубе контента нет, тут в Инстаграме контента нет. Все будет, ребят. Надо сторисы это, выкладывать. Контент. Вот, контент. Хрустящий контент. Да надо, кто же спорит-то? Вот подписались как раз. Молодцы. Так. Ты какой курс у Джема проходил? Я у него сначала брал с Learn Square, да? Курс, который про 3D Code. Вот. И я, в принципе, с него и начал изучение вообще 3D. Потому что до этого я не использовал 3D. Не помню, какой 2017 год был. И вот в 18-м, по-моему, это 18-й был. Я вот этот брал концепт-арт для фильмов, который у него с менторством. Когда он у него еще вполне, ну так, относительно доступно стоил, я за сколько? За 700, по-моему, долларов брал. Ты же сколько, все, у него, сколько у него сейчас самый дорогой стоит, Марат? Тысячи полторы? Ну да. Три? Не, кстати, по-моему, три, да, сейчас. Самый дорогой. Да. Ну, я смотрю, он подстраивается под инфляцию. Нормально так. Да, пишет три косаря. Ну, пиздец, да. Java, конечно, может себе позволить. Я брал никакой уровень доступа. Я брал тогда, когда у него был один всего уровень доступа, то есть он просто... Да брал... у него еще и тиры какие-то там есть, ну, да. Нихуя себе. Ну за 3 косаря я, конечно, не буду брать. Наверное, никакой курс.
Там самое что странное, между ними вроде как разницы нету. Даже Джама не смог объяснить, в чем разница. Он такой, ну что, вы не видите? Ну, в цене разница, и все. Такой, разница в том, что Tier 1, двери на моей тачке будут открываться так и показывают в разные стороны, а Tier 3 так и показывают вверх-вниз. Кроме того, что меньше людей, соответственно, больше времени на созвонах уделяется. Вот это для меня было как раз засадой и самым таким минусом этого чертового курса, потому что очень было неравномерное время на созвонах распределено. И плюс ко всему, там было всего две группы, русскоговорящая и англоговорящая. И нас ставили перед англоговорящей группой. И вот, то есть, у нас, грубо говоря, есть 2 часа на созвоны, и все, и там, получается, потратили 80% времени, за это он опросил, грубо говоря, половину только группы. И в оставшиеся 20% он остальных быстро успевает, типа, там, что-то спросить, посмотреть работы и прочее. Вот. И еще и подгоняет координатор, типа, вот у нас тут следующая группа, мы тут время забираем. И мне кажется, это очень как-то так... несправедливо. Просто когда ты как бы там такие бабки отваливаешь, хочется, чтобы тебе твои там положенные несколько минут, чуточек, но все-таки уделили. Это и сейчас так. Ну вот, видно, мало что поменялось, потому что я, по-моему, там была какая-то форма обратной связи, и я об этом писал, что не очень удобно устроено время. А почему он, а не я? Ну, было такое, да. Что ты делаешь? Ем. Охереть просто. Тебе тут задонатили, между прочим. Блять. Так я одной рукой ем, а другой рисую. Вазик. А что я не вижу этого? Ну как? Плохо. Ну как, я на слои смотрю. Да, создает этот эффект движухи. Выключаем, включаем слои. За кибербуллинг с той стороны. Так, мне не сильно нравится вода на переднем плане. Видимо, Яндекс буквально все понимает. Грязная река в Индии. Ну, это немного не то, что я ищу. Как раз Дошик окупился со стрима. Ну да, да. Гуляем. Просто без мертвых животных, просто какую-нибудь грязную реку. Как-то мужик плавает.
Кстати, давай его туда, быть там плавать. Потом, скажешь, забыл удалить его. И все это время не замечал. Причем огромная голова такая торчит. Херово качество, либо совсем то, что нужно. Это освещение самое подходящее. А ты скетчи делаешь перед 3D-шкой? А обычно, да. Ну, если конкретно я... у меня есть просто идея какая-то заранее того, что я хочу сделать, но я еще, типа, не совсем представляю, как это будет выглядеть. Я делаю какие-нибудь скетчи. В принципе, еще могу показать. Это то, не то. Где скетчес? Ну, короче. Из-за того, что все херам забилось. И я не помню просто, где был конкретно скетч от предыдущей вот этой работы, где мужик с лодкой на фоне этого замка, на фоне этого храма. Ну вот, но у меня был такой примитивный, я делаю максимально так простенько, чтобы просто понять самому вообще, как это будет выглядеть. Вау. Что-то в этом есть прикольно. Как бы вода прозрачна. Волны эти. Mm-hmm. Тут как будто прямо она прибывает активно. Ну да, как будто бы на берегу. Вот, но определенно что-то вот прикольное есть. Ну и скорее всего мне что-то такое и нужно сделать, потому что вот эта вся фигня, она выглядит очень шумно. Более плавные такие линии, размеренные. Уж эти долбанные системные звуки. Ну да, выглядит, конечно, как будто волны прям такие мощные. Плеер 3, копия 2, 4, 5, копия 3, 12. Плеер файнал копия. На фотошопе неудобное переименование слайв, там не нажмешь F2, да, поможешь два раза кликнуть. Да, так и есть.
Так. Сколько стримить? Идет. 2,5 часа. Почти 3. Ну, можно еще чуть-чуть порисовать и не закругляться, я думаю. Чем дольше времени сижу, тем меньше получается уже. Сейчас как это близко, он походу идет. Ребята, я побежал, спасибо за стрим. Спасибо, Роман, и тебе, что приходил. Приходи еще. До свидания, надеюсь. Приходите еще. Да, надеюсь, что в следующую пятницу можно будет продолжить. Счастья, здоровья, счастья. Берегите себя и своих близких. Что-то не найду по какого-то гамроута Джамы. Не, я не гамроут брал у него. У него есть на Learn Squared целый курс по гамроуту. Ой, по этому. Learn Squared? Да. По какому-то. И где сейчас ваш 3D-коут, а? Вот ты мне скажи. Да, он хороший. Ты когда его последний раз запускал? Ну, давно. Но это ж не отменяет того факта, что хороший. Так. Возможно, сегодня анонсируют на Близконе Diablo 2 ремейк. Ты вот в Diablo 2 играл? Ну, чуть-чуть совсем. А в первую? По-моему, нет. Надо будет это. Поиграть? То самое, да. Ты серьезно? Так это же Diablo, ты чё? Не, ну я-то против ничего не говорю, но... Ну, сейчас вот на сцене чувак, короче, у него на футболке Blizzard написано. И Blizzard, оно буквами, значит, какими буквами? Точнее, цветами. Цветами, знаешь, как? Я понял. Теми самыми. Не продолжай. Всякими яркими. И смотришь на это и такой, ну, ладно. Не то чтобы я против. Так может быть, вы игру покажете, блять, а не вот это вот. Так, ладно. Реально, значит, на этом моменте уже. Плыву, работаю все медленнее и медленнее. Пора закругляться. Да, я сейчас сохраню какой-нибудь такой текущий пас. Как это все выглядит. Кинематографичные полосы все делают пиздача. Ну конечно. Я же их не просто так добавляю. А еще что делать? Все лучше. Правильно. Хроматические операции? Да. Или вингетты? Операции, конечно же. Так. Есть. Есть операции. Спасибо за стрим. И тебе спасибо, CG-художник, что приходил. И отдельное спасибо за донат. Это весьма и весьма приятно. Это вообще по-царски просто. Вот. Приходи как в следующий раз. Пришел такой. Я думаю, что... Спасибо за донат, приходи в следующий раз. Понял, да? Как бы донаты — это приятное дополнение.
первую очередь, в любом случае, просто приятно, когда люди приходят и общаются, задают вопросы. Можно что-нибудь обсудить. Так что, я думаю, в следующий раз можно повторить. Если будет желание, заходите еще. Так. Не забудьте поставить колокольчик, потому что контент все равно выходит раз в 1000 лет. Сильно вас беспокоить не будут. Сильно звонить не будут. Звенеть. Шуметь. В общем, вы поняли. А как же шума накидать кинематографически? Да, ну шум в последнюю очередь. Так. Ну хроматическая аберрация ты накидал уже. Ну да. Ну. Вот. Так. Теперь можно фильтр under high pass. Окей, фильтр noise, add noise. Все. You are listening to Avicii Levels. Light. Так. Все, уже на Art Station можно и миллион лайков. Поставлю лайк и колокольчик. Спасибо. Какая разница с хайпасом или без? По-моему, эффект один и тот же, если там ползунки подергать. Не, так-то... Просто мне нужен именно серый слой. Я поэтому хайпас делаю. Так там, по-моему, можно в этом монохроматик поставить, он серый будет. Know what I'm saying? Не, тут у меня как бы noise, он чисто на отдельном слое. А, все, я въехал, да, там же нельзя на пустом слое накидать. Mm-hmm. Да. Так, ну, я считаю, неплохо выглядит. Right here, right now, right here, right now, Александр Пронин. Почему под конец Нурмузова пошел? Ну это, конечно, не совсем от нас зависит, потому что мы врубали просто первое, что находили. Совсем долго. Не мы такие, жизнь такая. Так, ладно, да. Это же я, это который... другого Ака, который CG-художник, так? Саня задонатил как-то. Саня. Как удачно. Не узнали вас вы в усах и очках Snoop Dogg. Так, ну все. Всем добра, любви, всех обнял, приподнял. Кто был на стриме, приходите еще. Вы лучшая аудитория. На этом я заканчиваю. До свидания.